«Познай матрицу реальности. Философия Декарта. Пятая серия». Для создания новой системы взглядов следует усомниться во всем предыдущем знании, выработанном человечеством. Требуется подвергнуть сомнению и существование самого окружающего нас мира. Рене Декарт. Но ученым сей секрет сакральных открывать пока не велено. Может, попам доверят открыть, может, политикам, кто знает. Полюбуемся на древнеримскую стальную закладку в древнеримском каменотесном зодчестве древнеримского храма Юпитера. Без комментариев. И на полностью цельные, тесанные колонны вокруг всего света. Конечно, не будут 5000 псевдоримлян или 5 самосвалов, анунаков, тащить надрываться самый огромный тесанный объект истории человечества, знаменитый Южный камень или камень беременных мук. Он был отлит точно на том месте и в том виде, в каком сейчас, то есть на наклонной площадке, неровно лежащем, если кто-то спросит, во всем можно винить римлян. При боковом освещении заметна не только разница в фактуре слоев, расположенных опять же горизонтально, но и зона трещин между слоями, идущая также горизонтально. Древние римляне наткнулись на проблему. Низ этой скалы, проблемное место, по физическим законам возникли естественные пазухи. Также отчетливо видна цепочка пазов от бруса, которым скреплялась верхняя створка опалубки. Кружочек показывает пазухи в литье, где раствор не заполнил пространство под опалубкой. Линеечка – ряд выемок из-под бруса опалубки. Стрелочка показывает наплыв верхнего слоя на нижний при последней заливке южного камня. Предпоследняя заливка уже высохла и затвердела. Опалубку для последней заливки древние римляне поставили выше, чем следовало. Последняя заливка не совпала с предпоследней и потекла поверх нее. Давайте, наконец, глянем на самое больное место всех лжеучений, библейских проектов, эзотерических, духовных и не весь еще каких. И, наконец, убьем это уродливое чудище, которое они дают нам под названием Истора. Я говорю о великом и древнем Египте. Сколь не скудна растительность египетских пустынь, а практически весь древний Египет делался на границе пустыни и в пустыне, она тоже укажет на первых фотографиях основных открытых раскопанных памятников Древнего Египта, что никто их не раскапывал, так и стояли со строительства. Знаменитый комплекс Мединет Абу Рамзеса III построен якобы в 12 веке до нашей эры, был открыт и раскопан учеными Высшего Совета предметов старины Египта в 1859 году. Был полностью открыт из-под песка. Перед тем, как сообщает сайт CSA, большое количество коптских зданий было удалено. Закончены раскопки в 1920-х годах.
Восточным институтом Чигасского университета. На фото март 18, 1862 год. Дерево под тысячелетними песками? Даже не смешно. Тут вообще забыли балки убрать, на которых держатся древние элементы египетской архитектуры. Они действительно настолько тупые или думают, что мы? Здесь накиданы палки для доливок отделок и сваленные в кучу отделочниками кусты деревцы, от которых они площадку расчистили. Я надеюсь, эти кусты не горели и не разговаривали с ними, и другие строительные инструменты. Это был 1864. Песок еще не привезли, полы до сих пор не готовы, раствор с колонн и арок не счищен. Дело сдвинулось, песок привезли, но банки для раствора и конструкции лесов еще не убрали. Вуаля, другое дело, закончена античность. Нынешний вид колонный зал Аменхотепа III. Луксор, Мединет Абу. Еще забавней. Гипостильный, то есть поддерживаемый сплошными рядами колонн зал. Здесь все, что осталось от колонн, пишут историки. Планы и реконструкции рисуют. Архитектура нового царства. Добро пожаловать. А на фото после раскопок те же нижние сектора колонн. И ни одного верхнего сектора тут отродясь не было. Хотя их тут должно быть под 300. Куда делись-то? Никто никогда не строил этот зал. Так бросили как есть. Прорабы решили. Так сойдет. Мы же не для фараонов стараемся. А всего... Другой памятник в том же Луксоре. Прославленный храм Амура-Ра в местечке Карнак. Крупнейший храмовый комплекс Древнего Египта, построенный в 20-13 веках до нашей эры. Всемирное наследие ЮНЕСКО. До раскопок 19 века был полностью погребен песком. Не смущаясь, пишут научные и туристические проспекты. Стыда ноль. Почти с той же точки фото сегодняшнего дня. И что мы видим? Кое-что странное. Железная дорога на арабской тяге, понятно. Древнеегипетских плит, конечно, нет. Блоки в беспорядке валяются. Арабы катят вагонетки с отливками каких-то шедевров в сторону храма. Очень интересно. Над баранами в правом ряду тренога подъемного сооружения. И баранов с телами льва явно не достает ни в той, ни в другой шеренге. Это не раскопки, это финал строительства. Уберут строительный мусор, привезут баранов, выложат плиты. Будет наследие человечества и ЮНЕСКО. Забытые опоры для сырого древнеегипетского тесаного литья в среднем проходе храма Амона-Ра. Арматура. Тот же Карнакский храм Амона. А вот и знакомая по входу в дворец древнеегипетская железная дорога. Вот они, древние египтяне, на своем древнеегипетском транспорте. Что внутри коробок? А теперь посмотрите внимательно на тех древнеегиптян,
Средний Нил, гробница Тахарка, что они делают с помощью двух рельсов, ломика, рычага из балок? Да-да, водружают бесценную бетоноплиту перекрытия препирамидного храма фараона Тахарка на место, на его опорные стены. А вот этого фараона только что откопали из песка. Или привезли на место находки вагонетки. Разумеется, не откапывали, а только привезли песок, даже в пазы внутри отлитой формы с забутованным в спешке мусором не успел набиться. 2200 лет, кстати, прошло. Руины пилона, опять Карнак. Пальмы не растут под песком, из которого выкопали пилон 1,5 века назад. Они как минимум ровесницы строительства. Типичный египетский недострой, никогда не бывший под песком. Рамессиум Рамзеса II, якобы 13 век до нашей эры. На фото 1875 год. Снова эти злополученные кусты. Еще один город из песков Гермонтис, 15 век до нашей эры, никогда не бывший под песком. А мы взглянем на Абу-Симбел. Уникальные древнеегипетские изваяния, цельно вытесанные древнеегипетскими камнетесами из древнеегипетских монолитных скал в 13 веке до нашей эры и открытые, описанные, то есть возведенные в 1813 году. Интересны тем, что были разобраны как лего и перевезены выше в 1964 по 1068 году в связи с затоплением водохранилища Асуанской ГЭС. Отливались, как все подобные изваяния, кубами, держались, как и крылатые гении Ассирии, арматурой, которая загнулась вниз при выемке кубов. Разбирали над Нилом, собирали над Асуанским морем. Посмотрите на это фото внимательно. Это разбор на составные части. Это не разрез грани, даже близко нет. Такого выпилить невозможно. Разбирает тесанную статую, как кубики лего. Отец. Ну ты видел? Видел? Что здесь творится? От липового, тесаного Абу-Симбела переходим к сфинксу. Якобы древнейшая статуя человечества, свидетель великого всемирного потопа и хранитель пирамид, высеченный из цельной скалы. На теле последняя фальшивая постройка так называемого древнего Египта на Гизе была построена не так давно, в эпоху рождения фотографии. Байки из склепа о цельной скале, конечно, хрень.
куча дефектного брака, все виды отбракованного строительного мусора со всей Гизы были привезены сюда с плитками и транспортабельными блоками. Четыре таких кучи мусора формируют тело древнего сфинкса. Голова отливалась последней. Более примитивного, монументального сооружения не придумать. На ранних фотосессиях отлично видны четыре раздельных тумбы, а между третьей и четвертой был даже сквозной проход. Так-так, ясно видно, из чего сделана эта цельная скала. Обыкновенный дефектный мусор, строительные отходы. Они закончили строительство сфинкса после того, как высохло основное тело. На этом замечательном фото якобы 1925 года мы найдем не только рельсы, вагонетку, емкости для раствора сыпучих материалов, но и узнаваемые столбики с колючкой. Забавный экспонат, изображающий осколок храма или вроде того глыба, на который по-сырому оттиснут фараон. Причем тиснение зашло на другую грань. Из чего ясно, что форма для оттисков у древнеегиптян гибкая. Каучук, судя по всему. С этого ракурса видно, что надпись Тутмоса IV делалась поверх прежней надписи, чем-то не устроившей заказчика. Величайшая тайна Великой пирамиды Хуфу, он же Хеопс, находится перед глазами у каждого, кто на нее смотрит, но люди не желают видеть ее целые участки, полосы и пояса наружного слоя блоков проваливаются внутрь. Это любому видно вблизи, а при боковом свете видно издали. Объясняется тем, что под слоем отливок блоков нет миллионов блоков весом миллионы тонн, а находится там обыкновенный, естественным образом проседающий песок. Все, так называемые египетские, почти все пирамиды на планете – это наглый, бесстыжий обман. Теперь я покажу тебе серию из фото с уродливыми, бесстыжими кусками подделок под названием «Древние пирамиды», без комментариев. Ты понял принцип, если ты строитель или строил что-то, ты легко увидишь, где прячется ложь. Thank you.
сейчас ты увидишь самую прекрасную и удивительную вещь, которую человечество когда-либо видело. Разрешено кричать, если почувствуешь, что не можешь сдержать восторга. На самом деле, это не естественный камень, а геополимерный бетон. И снаружи он был обмазан слоем более качественного состава, ну, по крайней мере, состава, который немножко отличался от состава внутреннего. Из-за этого возникла такая неоднородность вдоль поверхности и слезает кожа. Вот давайте посмотрим, что под этой кожей находится. Песочек. Видно, что здесь находится песочек. Это не гранит. Это геополимерный бетон. Кстати, следы обсыновки можно увидеть не только на блоках пирамид. Мы находимся во дворе храма в Эсне. Здесь находится камень, несущий в себе явные следы бетонного происхождения. Остатки тростниковой циновки вмороженной в камень. Эта пирамида составлена из блоков, которые покрыты твердой коркой, а внутренний состав существенно мягче. Для естественных камней такого не бывает. А вот для бетонных блоков это очень естественно, потому что для того, чтобы сделать блок, могли использовать более дешевый состав для внутреннего блока и более дорогой, более крепкий для того, чтобы сделать его поверхность. Можно рукой вот его разломать просто рукой. Это внутри дупла, это внутренний состав камня. Если же мы попробуем повредить вот эту корку, внешний состав, то тут не может быть и речи о том, чтобы разбить его рукой. А что до всего остального мира? Может, Азия уцелела? Как там дела у Китая?
Потому они и называют себя фримасоны, вольные каменщики, потому что они строят собственную историю и переписывают собственное будущее. А что было до всего этого? Можешь вспомнить? Нет? Грустно. Потому что единственная причина, зачем они сфабриковали всю историю, это заставить тебя забыть, кто ты и что ты можешь, твое прошлое. Чтобы установить систему нового мирового порядка и поработить тебя своими ложными священными книгами. Я расскажу тебе об этом подробно в следующих сериях. Я постараюсь снять с тебя цепи иного представления об этом мире. Я открою тебе все остальные тайны нашего бытия, покажу настоящие античные здания. Распространи данную информацию и помоги ближнему разобраться во всем. Увидимся, друже.